Слушай, это охрененно. Пиши адрес, я еду. Одна струна на гитаре, одна струна. Где так научился? Гитара хуёво звучит. Хочешь увидеть, как мы снимемся? Ну что я описывалась, можно не говорить. Сыграйте что-нибудь. А, сейчас. Я пока обучаюсь играть, поэтому строго меня не судите. Хорошо? Это я сам сочинил. Круто. Для начинающего уровня это очень круто. Классно, спасибо. Я с учителем занимаюсь, он вообще крутой преподаватель, классно играет. Он пока мне только эту песенку показал. Это на первом уроке было, вот эту. Преподаватель сказал то, что к 10 уроку, по идее, должны как уже играть вот такие композиции. Ой, господи, это же не начинающий, вы что? Вы меня обманываете. О, как круто! Какая красота! Вау! Вау! Круто. Вы врете просто, что он только начинающий человек. Наверное, сам преподаватель. Всем привет! Я подготовил для вас новое видео, которое обязательно вам понравится. На канале совсем немного не хватает до 15 тысяч подписчиков. Поддержите меня. Давайте добьем до этой цифры. Спасибо за донат от Назара Наквасова. System of a Down группу знаешь? Нет, честно, не знаю такой. Че, серьезно? Вот это... Красавчик. Вот это красавчик ты вообще. У меня на гитаре только 4 струны. А, порвалась штучка, да? Да, она только что порвалась, я поэтому играю на 4 струнах, что могу. Что-нибудь сыграть, я даже не знаю. С аккордом. Слушай, это охрененно! Дун-дун-дун-дун-дун. Слышь, а на 4 струнах вообще охрененно, как будто... Я думаю, даже вот те 2 не нужны, нет? Да, в этой композиции, по сути, они не нужны. Ты, я сейчас в Ютубе, да? Ну, будешь. Давай сейчас медлячок сыграю нормально и с аккордами. Давай. Ладно, погнали. Медлячок, чтобы ты заплакала, вот звучат они все одинаково. Пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграть петь, выпускной декоративом платьице, и тебе вот 18 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграть. Типа такого, брат. Блин, нормально, слушай, нормально ты жаришь. Опа. Привет. Опа. Привет, а чё это в этой вот штуке непонятной? Снимай давай. Зачем? Потому что я не заразный.
Блин, нифига ты, красавка. Подожди секунду. Секунду, подожди. Круто, круто. Я, конечно, как-то не умею от слова совсем. Но я с удовольствием послушаю, давай. Ну, можно что-нибудь из этого. Пойдет еще. Все без тебя не так, лечу к тебе словно комета, и даже поду пистолета, я найду тебя, я найду тебя, ведь без тебя дико не так, ты просто подойди ко мне, да. Знаю, будет нашим это лето, ведь ты моя, ведь ты моя, да. Буря мой не покроет, вихри снежные крутят, то как зерна запоет, то заплачет как дитя. И если ты найдешь на меня, останови это мучение. Как миг, когда я потерял тебя, там вдали падала луна. Круто, круто, круто. Слушай, я добавлю тебя к себе в YouTube в ролик. Зачем? Не знаю. Понравилось, как ты поешь. О, сыграй нам, пожалуйста, что-нибудь. У меня что на свой выбор? Хорошо, у меня только 3 струны на гитаре. Серьезно? Да, осталось. А, нифига. Как да, так? Да, блин, кошка своровала. Да ладно, что сейчас попробую что-нибудь сыграть? А ты можешь на 3 струнах сыграть? Ну, сейчас что-нибудь попробуем. Давай. Блин, это круто. Угу. Слушай, ты крутой, ты прям крутой. Ты хоть себе сыграла? Зачем? Посоревнуюсь. Нет, я с ним явно не посоревнуюсь. Он офигенно играет, я нет. Ну что-нибудь сыграй, что умеешь. Ну не при нем. Просто я вот человеку уговариваю, чтобы она тоже сыграла, не хочет. Ну не при себе. Сыграй, 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 давай. Ну что? Нет, 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 нет. Боится. Блин, у меня только 2 струны на гитаре. А, да, я не заметила. Вот это круто сейчас было. Ты слышал про такую штуку, называется анкер? Слышал, может быть, нет? Анкер? Угу. Да, да. Но тебя не смущает, что у тебя 3 струны из 6 цепляют за лады, нет? Тебя вообще это не смущает? С чего ты взял, что у меня 3 струны из 6 цепляют за лады? Ну потому что я слышу, как гитара хуёво звучит. Потому что она не настроена нихера. Кстати, гитара настроена очень хорошо, между прочим. Ну, видимо, то ли у меня со слухом что-то не так, то ли гитара не настроена, то ли у тебя руки из жопы. Выбирай как бы один из вариантов. Скорее всего, у тебя со слухом проблемы. Да, потому что отлично. Гитара настроена. Это во-первых. Во-вторых, у меня руки не из жопы. И в-третьих, на гитаре 2 струны, а не 3. Прикольно. У тебя всего 2 струны на гитаре, да? Да, у меня 2 струны. Я играю на 2 струнах. У тебя что, 1 струна, мужик? У меня, да. Повыпадали. Старенькая, да, стала? Да, да. Посидели, струны выпали. А что можешь на одной струне? Ты же не просто так ее готовишь. Нет, почему? Вообще просто так. Ну
что неплохо. Слушай, ну блин, нормально вообще. На одной струне вытащил. Мощно. Ты с одной струной, ты прикинь, что делаешь, блин, это шикарно. Представляю, что сделаю с шестью. О, гитарист, давай, ебаш. Что-нибудь прикольное, романтическое. Такое. Рви баян, рви душу. Давай. Пиши адрес, я еду. Спасибо за просмотр. Понравилось видео? Поставь лайк, подпишись. В комментариях напиши, кто из собеседников тебе больше всего запомнился. Еще раз спасибо за просмотр. Пока.